Добрый день. Сегодня 5 августа 2018 года. И наша машина готова к первому выезду с горки. Сейчас подцепим камеру и поедем. Тормозов еще нет. Вообще трансмиссии тоже. Но зато есть руль. И он даже рулит. Так что сейчас узнаем, как это все работает. Громыхать будет сильно, потому что еще нету гаек, фиксирующих, убирающих люфты. Так что здесь все на люфтах. Посмотрим. Не уехал, пока я сажусь. Ну что ж, поехали. Ничего не развалилось. А дальше ехать не можем. Тыки, трансмиссии нет. Смотрим, что у нас с радиусом разворота. Нормально.